Формула Мана. Яркий стильный корпус с тремя предустановленными вентиляторами. В комплекте с устройством идет монтажный набор и руководство пользователя. Перед нами белый стальной корпус формата MIDI Tower. Лицевая панель состоит из двух слоев. Внутренний – металлическая сетка с мелкой ячейкой. Внешний слой – паутинка с замысловатой геометрией. За передней панелью хорошо видно три предустановленных вентилятора с FRGB подсветкой. Левая боковая панель изготовлена из прозрачного акрила и крепится при помощи четырех накатанных винтов. Правая стенка стальная, толщиной 0,5 мм. На верхней части корпуса находится магнитный фильтр-сеточка, а ближе к переднему торцу разместились кнопки включения и перезагрузки со световыми индикаторами, аудиоразъемы для наушников и микрофона и три полноразмерных USB, один из которых версии 3.0. Внутреннее пространство корпуса разделено на две секции. Блок питания устанавливается снизу. В корпус можно установить один накопитель размером 3,5 дюйма и два накопителя размером 2,5 дюйма. Специальных корзин под них не предусмотрено. Над кожухом блока питания расположено место для установки материнских плат формата ATX. На материнке можно разместить до 7 PCI-Express. Максимальная длина видеокарты составляет 310 мм. Максимальная высота кулера – 160 мм. Подведем итог. Корпус Формула Мана получил стильный дизайн с возможностью аккуратного монтажа и три предустановленных вентилятора с подсветкой. Это доступный и компактный вариант под игровую сборку начального или среднего уровня. We'll be right back.